Здравствуйте, друзья! Сегодня приготовим вкусные пирожки домашние с капустой и картошкой. Для этого нам первым делом нужно приготовить тесто. Для теста берем и первым делом готовим дрожжевую опару. Что нам для этого нужно? Дрожжи. Сюда вливаем теплую водичку и хорошенько перемешиваем. Дальше сюда добавляем 1 столовую ложку сахара. Потом добавляем муку, столько, чтобы получилась консистенция сметаны. Друзья, наша опара готова. Оставляем на 20 минут, потом готовим тесто. В молоко добавляем 1 столовую ложку соли и это все перемешиваем и добавляем к нашей муке и опаре. Добавляем яйцо. У меня 1 литр молока. Я делаю большую порцию. Вы можете сделать половину. Молоко должно быть теплым. Добавляем в конце сливочное растопленное масло. Тесто готово. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1,5 часа. Друзья, сейчас подготовим капусту для наших пирожков. Добавляем чеснок и чили перец. Потом добавляем тертую морковь. Добавляем мелко нашинкованную капусту. Мои дети очень любят пирожки с капустой, поэтому я готовлю большую порцию. Добавляем приправы: соль, красный перец, черный перец. Мои дети любят с томатной пастой. Если вам не нравится, можете не добавлять. Я добавляю 1 столовую ложку. В конце добавляем свежую зелень. У меня петрушка и кинза. Друзья, наша капуста готова. Дорогие друзья, наше тесто готово. Сейчас лепим наши пирожки. Для этого берем кусочек нашего теста, тонко раскатываем, потом отделяем на маленькие кружки или большие, как вам нравится. Размер выбирайте сами. Вот так собираем наш пирожок.